по порядку, да? Лёх, пускай маги здесь тут сидят. Почему Вальку убьют? На как? Опять сумонит. Как раз ханта возьмем на это пустое место. Ничего, вон навали. Ну, ты на Валю возьмешь своего вара, вот этого, я так понимаю, Синдру, возьмем ханта моего. А, ну это была карма, блядь, из игры выбила на 7% босса. Специально, блядь, правильно сделал. Нехуй хило пускай. Ну ладно, тебя убили же, чё ты. Всё равно. Хотя бы раз в жизни пусть посмотрят вообще на механику, что это такое. Да при чём тут это? Если ты хочешь сделать квест, ты, блядь, никогда в жизни, блядь, не кусайся лов. Чем больше дамагер, чем больше ДПС, у тебя больше шансов сделать квест. А тут ещё вагон. Матиола вообще в панике. Да, Матиола вообще, главный вагон. Жду, блин. Единичку. Серёг, а ты-то знал, что делать? Я магом заиграл раньше. У меня просто иногда багается единичка и не прожимается. Не, у меня получилось. Лёха в последний момент нашел, блин, и цапнул его. Я ему за все отомстил. Там, наверное, не багается, наверное, кто-то пытается укусить уже укушенного всякого. Да, у меня видно в этом вуду, кто укушен, кто не укушен. Я как бы смотрю, потом выбираю в таргет его уже. Вот видишь, кто первый дохнет? Энг. Вот слабое звено просто. Такие три мага стоят, ну чекасуют. Чё, смотри, ротация просто, да? Blizzard, осколки, луч. Blizzard, осколки, луч. Надо Трисию на этот сервер позвать, блядь. Написать ему. Система залпового огня, что ли, идет у них? Вконтакте написать, да. Тут фрост маги типа топ. Тут сразу зайдет сюда. Да. Он этот сервак обзывает Апсирусом. Кто из нас может называться чемпионом? Его все так обзывают, когда лут откат. Мазер. Продолжайте сражаться, братья. Короче, на лича будет еще один натив. Так что надо будет прям сильненький состав там запускать. Нормально, я на лока зайду просто. Да, блин, сиди пока там. Короче, ну, если Леха, конечно, не скажет. Вы до конца идете, да? Целка. Ну, давай не дезморали, а сколько вагонов будет на личи? Но он дезморали просто. Пять. Вы чего? Погоди, а мы, по-моему, как-то уже ходили так, пять вагонов. Не, ну типа, а, нет.
Да мы ходили уже в 20 человек, нормально. Да, 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 нормально было. Да хули там бить вообще-то, или чё? Блин, вот если бы фаер идем в одного танка, он, да? Знаете, когда ты пятый прожимал, у него как дыхание дракона было разрушено. Простые лучи кастуют, фаер дыхание. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилу. Пойдем обратно в рейдзи. Быстрее засилим. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться... Альдезавр. Она написала, что ей отойти на 2 минуты. Чё? Я же сказал, что... Какие-то... Она кухня пошла. Перед лечом? Гондон надень, не сохрани. Ты опять дезморалишь меня или чё? А чё вы его троллите? Ну что-то презерватива постоянно, я понять. Чё там? Он опять дезморалит просто. Да она Жанне просто сказала, говорит, я дох, потому что не предохранялся. А чего, блядь, не предохранялся? Ну метеор пули закрывал одного. Снимите бабу. Это миф. Эту историю придумали они. Что бывает? Ледяную преграду забыл на сайт. Масса похилит меня, парень. Где там вард твой, Лёх? В ломбарде. Да сейчас, подожди. А почему у тебя жопка стоит 1 секунда, а у меня 1.05? Рад. Потому что кого-то просто, кого-то либо меньше. Ты просто это... смотрел на манекене, где нет тотема шам. Тяжело с вами, бля. Ну типа вот сейчас у меня каст ожога 1.09. Ставьте тотем на РТДХ. Бля, отнимай. Вот, 1 секунда ровно. А зачем ты мне объясняешь? Сейчас подожди секунду. Там, если что, паладин хила спит. Кого? Джагу? Даю проверку. 2 ДК танчите. Один с одной стороны, другой с другой. Давай, Вара не будет? Вара не будет. Его нету в онлайне, блядь, ни на твинах нет. Как сказал Мальдозавр, Кару Хэйм прошел, значит игру прошел. Мальдозавр? Благосоюзит Мальдозавра ваш. Вы Полину суманули, нет-то? Суманчикова нет. Создал про товара, прошел игру. Мисс, все, я тут. Я тоже. Миш, не звони. Я тут. Я в хиле? Да. Да, поехали. Сейчас, ребяточки, я сейчас.
Готово. Мы сегодня на лайве. Пианист. Что, Ген? Мы сегодня на Лару пойдем? Ты сообщение дня читаешь? Сообщение дня? Что это такое, да? Что это такое? Уже неделю висит. Не, ну там типа каждый день ходим, но... Знаешь, типа все может меняться или так и так далее. Просто если пойдем, я захожу и чистом чайник. Через пауэр. Где на сегодня выходной? Выходной? Ну ладно. Че, резнуть пал? Рез его. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Сегодня же точно суббота, да, по-моему, сегодня выходной? Да-да. Можно не делать. Я, короче, хуем, что, блядь. Это был тест на внимательность, да? Тормозните чуть-чуть там, лайф. Да я уже один раз проебал, блядь, стоял на портале, и там появилось это подкидывание, еще и замедлило. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. В ДД или я на замену? Пока что и так. Там на Синдру еще один, тот хан зайдет. И он потом на Лича останется. И еще двое на Лича зайдут. После рейда Фарада себе машину походу покупает, да?
Причем труповозку. Прикол в том, что мне изначально было только два байера. Потом они привели еще двух, и Карина отдала. Если девчат катать будешь на машинке. Про товары лучше покатать. Только на мотоцикле, скажу. Что тебе угодно? Все, в комнату. Входим. Меня поражают люди, которые спрашивают там, типа, сколько талисман стоит. И цена 40 тысяч их так прям удивляет, когда на черном рынке они спокойно за 100 тысяч уходят. Ресните бригада. Да вы хорошо лежите. А я думала, они умерли, чтобы послакать. Ну ладно. Грони, рвите, дайте им агрона. 2 ДК все. Народ, тут места нет. Не, ну это классика уже просто. Ой, сижу. Ну это класс.
Я вот думаю, Малдазар, вот я сейчас буду в Т4, если я буду хилить, на тебе щиток вешать или нет? Справишься сам? Не знаю, делать хочешь. Обычно там роги хорошо проседают. Ну, местечко для ханта нужно. На этого босса, допустим, по максимуму подышь. Че, собрать дракончик? Да, давай. А, сейчас резну, подожди, стой. Гриб, главное, чтобы не протоваром был. Протовар, мухомор. Как вам? Так это все-таки гриб твой твин, что ли, мухомор? Да, я на БГ зашел, там мухомор бегает, я думаю, ты ж. У него только маг есть. Правда, там шаман был. Не вар. Все остальные бесполезны. Миша записывает комплимент к магам. Че, собирай, наверное? Пень? Чему пень? Бомжей, наверное, надо. Да, зачем? Я в небес, дайте. Батя, у меня сейчас комп зависнет просто. Прости, чайник. Так, тоже сейчас Т4 отняла. Я хочу за Т5. А теперь представьте эти хагаши, как на Аниксе их с двух сторон еще выбить. Чё там, ДК-8 сковалил, да? Картине большего...
блять, все в КД. Ты че такое, а? Копим, осталось 2 секунды откатиться, а нас спускаться. У тебя-то все в КД, а таун-то не в КД. Мне подсказывают, что на РСХМ уже не успеемся. Сегодня же выходной. РС, а не ОКО. А если есть КД без мобов, сразу на Халика успеем идти. Это кто, ты думаешь, ходит на Халика, учища трэш просто? Ну можно просто, ну хуй знает. До этого ходил. Да, нет, я только хотел сказать, а проще они... Теперь убивать. Там даже шарики не стоит. Ну теперь, да, он красав. Какая ему убить? Может, для галочки зайдем, получим ХД и... И типа убили? Представим, что 3 силовые шеи. Ну, и то, так. Что ОД не полутаем. Нельзя же представить, что полутали ОД. Рыбку поставьте. Меняй по рейду в Харадин. Бери сильных РДД, дамагер. Не выйти. Я в холике, Лёх. Мы Полину в хила спекаем. Чё, Вока, идём, нет? Да хилы тут и так должны справиться. Сколько, чё там ждать? Идём, Лёх? Ещё один в танке. Билл, прочитай сообщение дня. Ну что, я в замене или я в ДД, чего? Скажите, я же в пеку. Ты в ДД. Всё хорошо. Че, хилам сапроты пить, нет? Я сапроты. Думаю. Хочешь жить и больше стаков, больше хилить, можешь выпить. Бабо, топи, короче, 2 недели осталось до конца. Наоборот, заходи на лопа. А у нас паладин, который был в танке, в хиле будет? Он в танке будет, а в Долору спускай на лопа. А, ну да. Жара-жара, так там. Шкафчик. Поставь. Ебать народу-то, блять, аж 8 пайты нахуй. Откуда все вылезли, блять? Из опыта. Из тех же ворот, откуда весь народ, блять. Кто-то с Блэдди, кто-то с вечерним. Ты все. Кто-то новенький вообще. Плюс 5 этих вагонов. О, меня на замену посадили, what the fuck? What the fuck? Ничего, я что-то не заметил. Так, делен? Деле, я без... Чего? Скипну этого, что... Ты лагаешь, Лёш. Я говорю, Долорес, ДК-шку кикну с рейда, а то не поместишься. Давай. Чё, плюс аноним? Я тут у кумира бабу нашел, сейчас я вам скрин скину.
Так, раз, два, три, пять, десять, одиннадцать. РДД хватит вообще. Покупателей в одну эту группу сделайте, если их тут пятеро. Я сопрот выпил, получается. Есть три штуки во второй группе. Два мага и хант. Еще Кирса вместо. А, стоп, не Кирса, а Зума. Зума нет. А хотя, или может да. Холи Павлова. Да, чё, он тролли так, демон, куда на второй. Сопрот на ведь. Че, Фарада, перекидаешь их в одну группу куда-нибудь там? Так, короче, смотри, Кенни, Нонака и Воли во второй пати сидят. Казума вместо меня с собой. Ну, смотри, я хилю по 5 человек группами. В одной будет 2 и в другой 3. Я их не буду хилить вообще группой. Только 3. Понимаешь? Да не в кресте. Меньше 4 нерентабельно. Я выбрал их всего 3. Это называется... Ну, я тебе говорю, ты сказал 5. Их 5 будет на лече. Сейчас их 3. Ну вот на лече тогда их всех в одну группу и вообще нахер. Казум тут? Да. Стримец. В Дискорде. Почему замена? Мне ж Синдра нужна, Ильич. Кому? А, Кровавый Взор. Ну, оставь его. Так. Лизист, у тебя ж ачивка есть отсюда? Конечно. Иди до Даларанта. Долорес, включишь? Чего? Стримец в Дискорде. Анкил, мы с тобой теперь. Окей. Если кто-то хочет на замену, я могу зайти. Я сопрот выпил. Так, я его поставил, лапу бафнуть. Так, Неликс нет. Неликс! Тут я, тут! Так меня никто не сумунил. Я спрашивал про сум, даже писал. Сумунил. Серег, ты рабочий стол будешь стримить? Ты чё, нормально? Там выбирать надо, когда нажимаю стримить, там игру выбирать надо. Да не надо там запускать до хрена стримов, то пианист сейчас сломается там. Метки выносятся рандомно перед собой на второй фазе. Первую метку налево, вторую по центру. Набав готовность. Че, стрима не будет? Я же запустил. По отчету бежим туда. Че это за разрешение такое? Yeah.
Гриб, раздавака, мос, санте и войс. Раздавака, хочешь под глыбу сломаю? Разбейте глыбы. Ой, даже без этого Берта не. Войд Бер почем тролли? Каску лап по локам. Джага, джага налево. Лево это право. Отойдите от черепа, отойдите. Милики разбивайте. Следующая метка по центру ставится. Кровавый взор по центру. Спрятались. Элбрил налево. Мелики по глыбе. Три мелика, да. Как старается. Полин налево. Наконец-то свободно. О, трини прикольная. Я бы забрал бы. У меня нету такой даже обычной.
Давно я не видел, чтобы с него такая трень падала. Че, Лёх, надо Кирс, наверное, да? Чем? И пойдем во всех РДД. У нас же Полина Лемчик. Я бы посоревновался на личе по ДПС. С кем? Со всеми. Не стоит. Надо Локи сюда тоже. Варьку бейте. Угу. ДК, блин, проснись. Я залаг. Прямо на мосту. Вторая летит. Пройдите в центр. Там три человека, как мы их бить будем? Че, нельзя пробежать вальку, не забыл? Да я залагал прямо на мост. Так не иди на мост, стой все. Кому-нибудь по шмоту что-нибудь надо, что падало? Да, мне клык надо, нет у меня даже клыка. Алло. Вы синдры это разролю после чё? ЗГП, да? Да. А тут он даггер со второго босса падает. Интересно. Необычно. Хуйня. Он тебе... Вообще. Он бесполезен. ДПС не даст. Он же ПВПшный, а не даггер. Казун, да, Рез? ПВП-шный свали 3. Так, я вылетал. А у меня это что, в ДЦ нет, Лёх? Да, ДЦ. Контроль зачем? За ОД точно такой же. Короче, два места еще надо. Ты ГП-шку хочешь? Лёх, кого убрать? Этот... В рейде, что ли? Ну, на Лема. Кому надо? Лема, может? Так, а у тебя ачивка есть, да? Там? Да, у меня все есть. Так, дальше. Либо меня, либо... И еще одного. Еще одного. Так, все ТП, да, делать? Сейчас, давай... Давай, миликов нету, мозг. Давай я уступлю, чё, пофиг. Да не, пятая группа, блядь, сможете хилы отключать. Вообще, хилбот. У вас первая, третья, четвертая, пятая. Кстати, по поводу хилов. По поводу хилов. Да, тут 4 хила хватит. Вместо одного... Может, вместо Войда дамагера заполним? Локи можно. Пускай Войд дамажит вместо дамагера и возьмет себе шмот, какой ему надо на хила. Да ему там ничего не надо. Так, давай тогда. Можно меня подамажить пустить? Вон Малдазара запускается. А чё, Ильича убить нельзя, что ли? Тебе надо отвечать? Если мне... надо, помоги. Мне не нужен. Ветеринаску не знал. Мне ничего не надо. Теола тогда выйдешь. Да, хорошо, без проблем. Просто я думаю, в 4 хила вы тут спокойно справитесь. Серёг, покупателя во второй группе все. Они вопрос.
Анкел, я с тобой меняюсь? Фиг знаю. Три мага же. Пять магов. Крип, толкай его, пока не видит. Доблестно, да? Вон, Жужа. Гриб, хватит издеваться. Это ПВП 273-й хант. Он не поможет. Жужа, откидывай их. Так, голду отдали. Смотрите, как надо. Смотрите, все смотрят за мной. Сейчас, погодь. Сейчас лидерку тебе скину. Смотрите, как я спрыгну. Разрольте сразу клык на мейнспе. Можете? Ну, он за ГП отдается в любом случае. Все шмотки за ГП отдаются. Лейт ты здесь. Ну вот. ЕПшка тоже будет начисляться. Кому? Алоэ ДКшнику или Джаги? У них по 0 ГП. Точнее, по... Ну, типа у них вот, одинаково. У них по 0 нету, да? Да, порог. Ну, порог. Алоэ ДК забирает. Я просто, чтобы он сразу ее отделал. Благодарю. Так, ГП начислил. Нет, Жужин, я не буду это делать. Ты тем более один только будешь откидывать. Для этого как минимум три совы на. Так, рыбу ставили, нет? Увижу осквернение в центре. Сразу кикаю с рейда, кикаю с гильдии. Ешьте рыбу. Можно мне череп с головы убрать? То у меня комплекс, пожалуйста. Не, вага не начислялась. Сейчас полено уберу. Сейчас трусы поставят 100%. А, лапу бафнуть. Я не уберу, чисто дай. Сейчас. Найти тебя надо. Последняя группа. Ну, я же говорю. Ладно. Мальдазар, предохраниться не забудь, это пикнул с геймплей. Не дизморай. Мальчики. ДК, он идет, вот сюда его ставишь, чтобы он был лицом, вот сюда вот получается, на меня. И Пала его забирает. Блять, а может мы какого-нибудь это, кто уже с нами ходил, танк возьмем? Какая разница? Да нет, нормально, ты просто скажи, ну, погнали, как... ладно. Я же с вами. Он же сначала плакал, что один, что второй знал. А мы прыгали так в начале боя и все. Силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. На полную ДК дает. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Чё они?
Рип не спрыгнул ради. Форсты накручивают там. Ушли на перефазу. На пула нету особо, так что не вливайте. Дазар, сука. Че, он не предохранился? Фаза. Фау, забирай дух. Фау, забери духа. В рейд только лицом не поворачиваю. Гневно удалить сначала. Искоренение 5 секунд. Молдазар. Сейчас будет смежная, на малый круг вставать. Вернение. Все обязан. Да, с таким ДЦ даже заражение вообще не бьет. Что делать, блядь? Может, в одного шлана или че? Ладно, в два. Оскорнение 5 секунд. Жори, 2 часа уже. Жужин. Жужин! Вальки. 2% и фаза. Друг, пора отводить. Веди, веди на край. На край. Куда же, где? Начал. Да, да. Ченку помогите разбить. Все, пизда, печень. Прохильте там его. Выжил. Сферы, что никто не бьет.
Миша решил повторить подвиг. То у меня стаки спадают. На краю держи. Да, духов вызовет, приведешь туда. СС, киньте на там. Переводи. Сначала осквернение разливаем, потом уже подходим к боссу. 5 секунд осквернения. За босса все. Осквернение 5 секунд, разбежались. На танке, аккуратней. Отошли все. Прятались за босс. Блять, ну это все, это точно. Молдазар, ты знаешь? А, ну понятно. Прохильте. Так я это знаю, но почему я туда мертвый осквернение. В него дух что ли влетел еще, когда его засасывал или что, блядь? Почему так урон влетел? Потому что я в него кастую малую нон-стопом. Только идет следующий каст, и ему пизда. Там жатва была по красой. Блядь, отвернул микрофон. Брисой был включить. Да не, я про мага, которого засасывал. Ну так под Берсой лич был и кинул жатву. Дамаг ну. Увеличивается. Не повезло. Почему что, это был Балдезар, вот странно. Сколько в силу были? 4. Че ты там Балдезар? Ты Лорус что-то там на третьем месте. Можно два хитла делать. Невольный подарок. Ну, два хила. Не получится в зиме так стоять. Я боялся, агро боялся с этот. Да не, если нон-стопом спамить чайник, то там вообще плохо. Нет, они в зиме-то стоят на самоотхиле. Ага, блять, рассказывай. 4 хила. РСХМ идем, нет, Леха. Кстати, локов в зиме вообще не хилил, даже быстрее на них не кидал. Ну да я хилю. Нас еще пуги там, наверное, хиревают, да? Сначала Вайша пойдем добьем. Точно, Вайша, что, я на ДК пошел? Так, подожди. Я на Вайше на замене в ДД сразу скажу. Открывайся, обязан. А, хотя погоди, Алла Е к ДК, тебе же кольцо на танка надо слышать, да? Это че упало такое? Просто кролика, блять. Таблички? С Вайши. Тебе надо кольцо? Нет, по-моему. Там же все с блоком считает. Этот лут... Лут. Лут Каноба. Каноба называют. Надо кому-то его вообще? Помнишь просто? Да мне на диф. Лут Каноба. Он в ДК с двумя ручками танчит. Так, обычные печеньки.